очень много неточных передач. А вот Петисов выходит один на один и сравнивает счет. Счет становится 3-2. Больбота. Петисов мощным броском от середины. Снова знакомая. Мы в телевизора смотрим экран. Нашу дружину собою ведомую гордо выводит на лед капитан. Рукоплескали большие арены. От напряжения плавился лед. И капитан, как всегда, неизменно нес наше славное знамя вперед. Непобедимости миф разрушая, наших соперников смелых парней. Шел капитан всех и вся разрушая, и прославлял наш российский хоккей. Ссадины, травмы порой получая, он словно феникс из пепла вставал. Мужеством личным друзей вдохновляя, и ожидал нас всегда пьедестал. Кубки, регалии все золотые, сколько наград у него, их не счесть. Медные трубы, препоны крутые, он все прошел, сохранив свою честь. Постоянно теперь в зале славы, наших побед не забудут вовек. Так и держать, дорогой ты наш, слава, лидер, спортсмен, человек. Капитан!